Сергей Лекарев – живая легенда музыкальной школы. Кажется, что гитара и он – это единое целое. Обладатель десятков дипломов всероссийских и международных конкурсов, Сергей признается, за всем этим стоит ежедневный труд и педагогический талант его педагога Светланы Масловой. Светлана Петровна дает очень дружеские советы, и не только там, по динамике, по музыке, допустим, какие штрихи в каком месте играть, то есть как правильно. С ней можно всегда найти общий язык. То есть она очень грамотно занимается сама по себе с учениками, очень грамотно. Чтобы ребенка научить чувствовать музыку, нужно достучаться до его сердечка. Он очень добрый, он очень отзывчивый ребенок. Он всегда делится и своими успехами, и советуется, если у него какие-то затруднения в жизни. И даже в любви. Сегодня поздравить педагогов и выпускников музыкальной школы приехали депутаты муниципального совета. Анатолий Дьяченко баллотировался по этому округу. После избрания взял шефство над талантливым гитаристом. Оплачивает все поездки и помогает с ремонтом музыкальной школы. Теперь вместе с председателем совета Леонидом Кочетовым намерены сделать пристройку к местной общеобразовательной школе. Сейчас готовится документация. Принято нашими решение сделать легкую конструкцию, которая будет прилегать к школе, к нашей. Для того, чтобы перенести туда раздевалки, разгрузить немного основные помещения школы, чтобы детям было удобнее заниматься. В этот вечер все поздравления были педагогам и их ученикам. Перед почетными гостями выступили лучшие вокалисты и пианисты. Вы сами видели, дети преображаются. Они идут на сцену, стесняются. Но когда они начинают петь или когда они начинают играть, все, они уже где-то в другом мире. В завершении встречи депутаты городского совета вручили педагогам благодарственные письма. Руслан Душевский, Анапа регион.